Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Сегодня мы с вами поговорим о гороскопе на весну 2020 года и какие же из знаков зодиака наступит белая полоса. Люди всегда мечтали найти себе вторую половинку. Особенно это было актуально среди девушек. Они мечтают встретить жениха, который действительно полюбит их и решит взять замуж. Они мечтают о детях и о семье. И в эту весну их мечта может сбыться. Но эта весна принесет им не только благополучие в семье, но и даст возможность полностью изменить свою жизнь. И первый знак зодиака, которого наступит белая полоса в жизни, это знак зодиака Телец. Тельцы всегда очень целеустремленные. Они получают все, к чему стремятся, но они тратят на исполнение своих целей слишком много времени. Весной им стоит отдохнуть от работы и начать больше времени гулять на свежем воздухе. Можно даже начать гулять в парке или на набережных. Именно там тельцы смогут встретить свою вторую половинку. Благодаря огромному трудолюбию тельцов у них всегда будет достаточное количество денег. Они смогут покупать одежду, которая привлечет внимание противоположного пола. И именно на внешнем виде не стоит экономить этой весной тельцам. Далее, следующий знак зодиака, у которого весной наступит белая полоса, этот знак зодиака будет водолей. Водолеи – это спокойные люди, которых сложно вывести из себя. И это и главный плюс. Весной у них появится шанс познакомиться с новыми людьми, которые в будущем могут быть очень им полезны. Также весной проявятся все ненужные люди. Они сами выйдут из окружения водолеев. Они проявят свои настоящие намерения, и их можно будет легко вычислить. С водолеями останутся только самые близкие друзья. Следующий знак зодиака, которого ждет белая полоса, это у нас близнецы. В эту весну близнецы наконец-то научатся контролировать свои эмоции. Они смогут правильно выбирать людей для общения. Они смогут вычислить ненужных людей, которые дружат с ними только из-за денег. Весной у них появится возможность встретить любовь всей жизни. Для этого звезды советуют чаще ходить в кино и в библиотеку. Именно там вероятность встретить любовь будет максимально высока. Фортуна будет улыбаться близнецам всю весну. Они могут спокойно участвовать в лотерее и играть в казино. Вероятность выигрыша будет невероятно высока. Это хорошая возможность для того, чтобы мгновенно улучшить свое финансовое положение. Следующий знак зодиака, которого ждет белая полоса весной 2020 года, это знак зодиака Стрелец. Самый везучий знак зодиака, знаете, это Стрелец. Им везет всегда и во всем. Но этой весной удача будет прокачана аж на 120%. Стрельцам будут везти каждый день. Неважно в чем, на улице и дома. На работе они получат повышение или повышение заработной платы. Это улучшит уровень жизни и даст новые возможности. Будут везти и в любви. В эту весну у стрельцов будет очень много непродолжительных романов. Главное всегда держать себя в руках и не заигрываться с этим. Нужно помнить о личной защите, ведь при такой быстрой смене партнеров можно заразиться какой-нибудь болезнью. В этой куче мимолетных романов есть шанс встретить настоящую любовь. Нужно только суметь разглядеть правильного человека. Именно с ним можно будет и создать семью. Весна принесет только хорошее. Прошлые месяцы были наполнены негативом, но теперь настало время для белой полосы жизни людей. Несмотря на все проблемы в мире, которые происходят уже, в личной жизни людей все будет хорошо. Ничто не сможет помешать людям встретить свою любовь. Вот такие, друзья, знаки зодиака весной 2020 года. У них наступит белая полоса. Это будут Телец, Водолей, Близнецы и Стрелец. Ну, с вами, как всегда, был канал Астрора, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. Ну, а мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!